Всем привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я один из организаторов мозгобойни Гродно. Сегодня мы решили сделать вот такой вот волейбольный турнир, где собралось около 100 человек, и, между прочим, это лучшие умы города Гродно, которые регулярно играют у нас в мозгобойне. В дальнейшем, сейчас у нас лето, поэтому мы обязательно будем делать похожие мероприятия. Это и турниры по волейболу, турниры по футболу и по другим видам спорта. Возможно, даже сделаем что-нибудь связанное с водой, что-нибудь типа сплава на байдарках или в этой сфере. Ну, а если вы еще не слышали про мозгобойню и уж тем более не играли на нашем турнире, то обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте «Мозгобойня в Гродно», где вы узнаете о наших мероприятиях все самыми первыми.